450 лошадиных сил. Автомобиль 72 года. Наверное, самый классический из всех классических мускулкаров. Четвертым в нашем строю движется Плимут Барракуда 1970 года. 300 лошадиных сил выдает двигатель этого замечательного автомобиля. И замыкает нашу колонну Chevrolet Caprice 1975 года. Этот автомобиль переоборудован в то, что называется лоурайдером, оснащен гидропневмоподвеской. Ну и способен, помимо того, что радовать глаз, еще и выделывать разнообразные трюки. Суперкары от компании Muscle Garage. Вслушайтесь двух этих великолепных двигателей. Так звучит настоящая американская классика. Музыку вырубите, послушайте. Компания Muscle Garage занимается реставрацией классических американских автомобилей 60-х, 70-х годов. Здесь только малая часть того, что доступно. Да, пожалуй, каждому. Все эти автомобили продаются, их можно взять в аренду. Ну или заказать суперкар своей мечты. Мускулкар.